Ну, ты знаешь, Олечка, хочется не только тепла, хочется еще и легкости. Да. Вот, знаешь, весна, мне кажется, тут впервые, знаешь, такое вот сразу ощущение такой легкости. Вот и для наших ножек, конечно же, из очередной нашей волшебной коробочки я достала пару обуви. Я попробовала, они не весят ничего. Ты знаешь, даже я о чем подумала. Если бы ты меня сейчас попросила закрыть глаза, вытянуть руку, и ты бы положила мне туфли, я бы ни за что не определила, что это обувь ты мне положила на руку. Действительно, абсолютно невесомая пара, и это туфли Верония. А цена-то у них тоже невесомая. О, посмотри на них. Действительно, это вот, знаете, одно из тех потрясающих предложений, которые, если попадаются, нужно только успеть забрать. Потрясающий вариант, абсолютно потрясающий и по своей легкости, и по своему комфорту, и, безусловно, по цене. Самое время заполучить в свой гардероб такую пару, потому что, Оль, ну, не только весной нам эти туфельки пригодятся, но и сейчас, ведь когда мы приходим на работу, когда мы приходим в офис, так хочется снять тяжелую зимнюю обувь, переобуться в легкие туфельки. И это действительно так. Забирайте туфли Верония меньше 1000 рублей. Услышали? За 999 рублей эта легкая пара туфель приедет к вам. Лера, уже знаешь, что шквал звонков. Да. Давай сориентируем, как выбирать размер, потому что я боюсь, что сейчас начнут заканчиваться ходовые. Так и будет, потому что мы с вами, конечно же, такую пару не можем упустить. Забираем их, кстати, размер на один размер побольше в свой гардероб, поскольку линейка размерная немножечко маломерит. Ну и, как видите, получаем не только легкость, но и абсолютнейший комфорт. Да. Слушайте, ну значит, будем чувствовать, как в тапочках. Вот бывает такая подушка, она, знаешь, как в колодах. Ой, да. Не согнешь, ноги устают. А здесь ножки, как в тапочках. Так, Танюшка, танцуем? Давай посмотрим, покажем, как легко, как комфортно. И даже, я думаю, на сменочку взять. Вот пошли в гости, да? Не брать хозяйские тапки, а взять элегантные туфли свои с собой и отплясывать в туфлях Верония. Меньше 1000 рублей. 400 рублей скидка. Не упускайте своего шанса. Этих туфель у нас, к сожалению, мало. Сделайте свой первый звонок и заказ на шоппинг-шоу сейчас. И вы получите с первым заказом еще и 2 золотые бонусные карты. А это ваши выгодные покупки. А это ваша безупречная легкая походка, поскольку наши туфельки, посмотрите, еще и имеют, ну, буквально, я бы сказала, ортопедическую форму. 2 сантиметра приподнятость пяточки, это очень важно для того, чтобы пятка не заваливалась, для того, чтобы снять нагрузку из пяточки, из поясницы прежде всего. Ну и главное, посмотрите, какая красота. У нас здесь с вами какой мягкий мысочек. Может быть, у вас косточка, может быть, ножка отечная. Тем не менее, это просто идеальный вариант. Вот ты, кстати, очень правильно сказала, Оль, отлично переобуться, но не только в гостях, а если вы дома встречаете гостей. У меня бабушка, например, когда наряжается дома, всегда одевает туфельки. И правильно, абсолютно невесомая пара. Вешаю на мизинчик, дай мне второй, пожалуйста. Сейчас я сделаю вот такой бутерброд. Силач. На мизинчик силач. Ножки ваши не будут чувствовать туфли Верония. Посмотрите, две сразу туфельки висят у меня на одном мизинчике. Знаешь, мне что нравится? Мне нравится, что они черные. Потому что универсальные. Да. Да, я с тобой согласна. Но, кстати, они не просто черные. Посмотри, как здесь интересно сделана вышивка и обработка вот такая вот еще. Кстати, вот это у нас, знаете, отсылка к мокасинам. К обуви, которая считается одной из самых-самых комфортных. Ну, а здесь, как мы с вами видим, у нас еще вот такая вот интересная вышивка. Посмотрите, как она выполнена. Любопытно. Такое ощущение, что они стеганые, да, такие объемные. Очень смотрится здорово. А меня покоряет еще и мягкость этих туфельки Верония. Ну, мы уже определили, что берем на размер побольше. Да. Лер, а вот на какую все-таки полноту мы рекомендуем эту пару? Олечка, ну смотри, вообще здесь полнота 7. 7 это чуть больше, чем классическая. Вообще вот 6 это средняя полнота. Дальше 7 чуть увеличены. А здесь что мне нравится? У нас хорошая ширина мысочка. Вот это важно. То есть ножка, пальчики не сковываются, не сжимаются в кучку, чувствуют себя комфортно.
комфортно. Вообще, действительно, это та самая пара обуви, в которой можно проходить целый день. Вот если вы весь день на ногах, это самый прекрасный вариант. Успейте, закажите. Не переживайте, оставаясь на линии, вы не платите ни копейки, даже дозваниваясь с мобильного телефона. Итак, туфли Верония берем на размер побольше. Сегодня экономия 400 рублей. Ну, а еще, вот если мы берем с собой, да, мы, отправляясь, например, в те же гости, да, или на работу, наши туфли займут немного места. Да, можно даже дамскую сумку положить. У нас у барышень такие сумки обычно, знаете, туда полжизни помещается. Почему бы не положить туда и вот такие легкие, прекрасные туфельки в том числе. Ну, кстати, Оля, еще одна деталь, знаешь, какая важная, давай покажу. Смотри, вот мы когда выбираем туфельки, вот новые надеваем, да, первым делом натираем мозоли, правда же? Да. Вот здесь, посмотри, как выполнена мягкая пяточка. То есть она и форму держит, потому что она вот уплотненная, да? Но тем не менее, она действительно мягкая, поэтому мы здесь с вами от мозолей застрахованы. Забудьте о мозолях, заказывайте туфли Верония. Всего 999 рублей. И добирайте до бесплатной доставки в заказ из рубрики «Мода» к платьям, к блузам, к кардиганам. Положите туфли Верония. Это ваша палочка-выручалочка, это ваше спасение, потому что они невесомые. Абсолютно, и стоит меньше 1000 рублей. Для первой покупки на шоппинг-шоу идеальное решение. Еще раз напоминаю, звонки бесплатные, ожидание на линии стоит ни копейки. Не отдайте свои туфли Верония вашей соседке, потому что сейчас многие звонят. Ни в коем случае, тем более, что у нас остается всего несколько секунд, если вы только что присоединились. Давайте быстренько-быстренько все самое основное. Ну, во-первых, они легкие, вы уже увидели. Они невесомые. Во-вторых, они мягкие. И подошва у нас здесь с вами гибкая. И сам материал. Выполнены они из эко-кожи. Вот с такой интересной вышивкой, за счет чего создается ощущение, что они буквально стеганые. Неплохая полнота. Посмотрите, особенно мне нравится вот здесь вот у нас, что мысочек кругленький, поэтому здесь пальчики чувствуют себя комфортно, лежат аккуратненько. И еще один очень важный момент. 2 сантиметра приподнятость пяточки. Ортопедическая высота. То есть ножка здесь у нас с вами еще и в расслабленном состоянии пребывает. Отдыхают ножки в туфельках Верония. Сделайте себе подарок. Вот как часто бывает, мы приходим в магазин, раз понравилась модель, берем в руки, о, тяжелая. Надеваем на ноги и чувствуем, боже мой, как в колодах. Вот эти туфли, туфли Веронии, мягкие, удобные, комфортные, легкие. И меньше 1000 рублей их цена. Так, Танюшка, танцуй. Да, действительно, в таких туфельках и танцевать можно. Вот, кстати, прекрасный вариант отправиться куда-то в гости на мероприятие, взять себе как вторую обувь. Не только на работу, но и на праздник, почему бы нет? Оформите свой заказ сейчас. Туфли Верония мягчайшие, удобные, легенькие. И причем черный цвет, который можно сочетать с вашими любимыми платьями, юбками и брюками в том числе.